Я приветствую всех моих дорогих зрителей. Мир вам и вашему дому. Значит, ну вот, я загрузился вновь. В Ванкувере один груз взял, два груза взял в Портленде. И направляюсь на юг, на Саус, на Калифорнию. Значит, в Ванкувере мне загрузили такой палет длинный, там принадлежности для детской площадки, как мне сказали. Это идет Сан-Франциско, Аламида, там есть такой пригород. Два других груза идут наоборот, на, скажем так, западную часть Калифорнии, там в горах, в предгорье. Стопочка дерева, древесины для одной небольшой компании. И три таких бочки мне загрузили, как говорили, tanks. Я что-то сначала подумал, что это для топлива или для дизеля, но увидел, что это для пищевой промышленности, для пищевых вещей. И подумал, на сепараторе они похожи, я подумал, что это, наверное, для молочной продукции, для молока, для перегонки. Но когда уже загрузил, спросил, он говорит, это для пива, это for beers, для производства пива. Как раз там городок, куда я везу, это такой туристический. Когда-то золото там добывали, когда была золотая лихорадка в Калифорнии. И сейчас туда везу, буду везти вот эти tanks. И получается, как говорится, лучше бы я и не спрашивал. Получается, что я соучастник всего этого дела. А соучастникам, как известно, дают столько же, сколько и участникам. Ну что поделать, уже что есть, друзья. Ладно, буду двигаться, будем смотреть, наблюдать, что будет дальше происходить. Благословения вам и вашему дому. Гуляют себе, где хотят, где пажити найдут, там и гуляют. Доброе утро, друзья, все зрители. Нахожусь я в очень интересном месте. Городок называется Марипоза, это Калифорния. Это в предгорье или даже в горах уже, горы это уже, которые находятся между Калифорнией и Невадой. Значит, довольно интересная история этого городка Марипоза. Он образовался, появился лет 100 назад, когда была вот эта золотая лихорадка, и золотоискатели приезжали и разрабатывали, делали поселения и искали золото.
Кстати, одно из древних старых зданий, которое говорит о происхождении этого городка, наверное, столетней давности. Значит, я тут разгрузился, скинул став, который мне нужно было скинуть. А разгрузил я вот эти такие сепараторы, или как мне объяснили, это для другой цели. Вот я уже говорил. Так что вот я уже пустой, жду новый груз. Переночевал, проснулся, увидел красоту эту. Благодарю Бога за эту красоту. И вот эти, кстати, деревья довольно интересные. Такие хвойные деревья, остроконечные. У меня, кстати, вопрос к вам. Если вы знаете, как они называются, я бы хотел узнать. Мне они нравятся. Часто их вижу тут в Калифорнии, такие остроконечные. Издалека они видны и очень красивые, если стоят на вашем рапорте, на вашей земле, на вашей территории. Они очень хорошо украшают все вокруг и ландшафт. Но такие дела, слава Богу, за то, что он создал такие деревья.